Продолжение громкой истории о мальчике, брошенном в подъезде жилого дома в Барнауле. По итогам проверки краевая прокуратура выявила нарушения в работе органов профилактики Троицкого района. Во-первых, органы профилактики не установили причины, которые стали основанием постановки на учет. А в периоды отсутствия семьи по месту жительства соцработники не приняли никаких мер по установлению ее местонахождения. Межведомственная программа реабилитации семьи должным образом не исполнялась, подчеркнули в прокуратуре. Главе администрации Троицкого района внесли представление об устранении нарушений законодательства. Также в настоящее время органы системы профилактики решают вопрос о месте дальнейшего проживания двухлетнего мальчика.